История Оленной армии, трудовой подвиг в условиях Крайнего Севера, работа постов наблюдения и связи Беломорской военной флотилии, строительство телефонных линий и многое другое. Предметы, архивные документы героических эпизодов суровых военных будней теперь можно увидеть на видеовыставке «Когда война пришла в наш дом». В канун 75-летия Победы музейное объединение Ненецкого округа подготовило видеоэкскурсию о Великой Отечественной войне. Интересными фактами поделится Любовь Пермякова. Очень тонкую, точную, она показывает рядовые эпизоды Великой Отечественной войны, когда к самолетам Беломорской военной флотилии наша рогатая оленная армия подвозила снаряжение. Главный научный сотрудник музейного объединения Ненецкого округа Марина Коловангина показывает нам макет. Это точная копия одной из фотографий, представленной на выставке. Вот это мы видим фотографию Диаменда. Именно она ожила в макете. Подготовка материалов для выставки началась еще в прошлом году. В результате проведенных исследований удалось представить новые данные, рассказывающие о первых днях войны в Ненецком округе, народных стройках и Юшарском узле Северного морского пути. Новые факты об атаке каравана мирных судов у острова Матвеев немецкой подводной лодкой помог найти депутат Ненецкого округа Максим Арбузов. Из военной академии генерального штаба прислали копию бортового журнала подводной лодки Ю-209, которая, собственно, и расстреляла наш конвой. Могу вкратце описать события того дня с точки зрения фашистов. Я попросил товарища сделать небольшой перевод, буду подглядывать. Командир подводной лодки пишет: увидели два буксира с двумя баржами и сторожевик. Первую баржу расстреляли артиллерией, ее отцепили. Буксир 300-тонный пытался уйти, в него стреляли артиллерией, пытались потопить торпедой горящую баржу, с 300 солдатами на ней дважды промахнулись. Трагедия произошла 17 августа 1942 года. На судах находились рабочие и строительные грузы. Немецкая подводная лодка У-209 артиллерийским огнем потопила суда, подожгла буксир «Комсомолец» и расстреляла оказавшихся в воде людей. Погибло 305 человек, в том числе капитан порта Наринмар Козловский. Уцелевший буксир «Норд» после ухода подводной лодки спас 20 погибающих. Эти события на выставке отражены в фотографиях участников и документах, свидетельствующих о тех кровавых событиях. Кроме того, на виртуальной выставке можно познакомиться с другими интересными фактами. Например, в 1941 году 19 июля была организована проверка светомаскировки жилых домов и судов. 25 сентября этого же года была проведена акция «Сбор посылок девушки Наринмара бойцам Красной армии». Впрочем, все исторические факты сотрудники музейного объединения попросили нас не раскрывать. Ведь стать участником виртуального путешествия теперь может каждый. Заходите на сайт naomuzey.ru или на их страницу ВКонтакте. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».